Русская православная церковь официально признала автономный статус Украинской православной церкви. Решение поддержали единогласно во время архиерейского собора, который проходит в Москве. Все подробности в материале. С инициативой подчеркнуть особый статус УПЦ на соборе выступил митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Согласно решению архиерейского собора, отныне центр управления Украинской православной церкви будет находиться в Киеве. Также Киеву отныне будет подчиняться церковный суд. Отныне все решения по делам представителей духовенства УПЦ, которые нарушили церковные каноны, будут утверждаться только руководством Украинской православной церкви. Как отметил в своем докладе на соборе представитель УПЦ митрополит Ануфрий, Украинская православная церковь является независимой и самостоятельной в своем управлении с правами широкой автономии. Кроме этого, на соборе было принято решение про общецерковное почитание 28 украинских святых. Священнослужители обещают максимальное содействие в освобождении заложников. Ранее СМИ сообщали, что участие в заседании гуманитарной подгруппы в ходе минских переговоров принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Занимается вопросами освобождения митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. На днях поступила информация, что долгожданный обмен пленными может состояться еще до новогодних праздников.